Всем огромный привет и добро пожаловать на наш канал Катарина Влоги «Обычная жизнь в Германии». Ребят, сегодня мы будем делать с моей доченькой чебуреки. Кому интересно, оставайтесь с нами и приятного вам просмотра. Наливаю один стакан кипятка. Только смотри, руки не обожгли. Все, хватит, давай я вылью. Один стаканчик кипяточка. Ну, можешь еще половиночку, наверное, потому что хочешь побольше ей сделать, чтобы всем хватило. Все, хватит. Вообще я делаю на стаканчик, ну, половиночка. Это соль, сахар. И все, и теперь только муку, но сразу я замешиваю. Смотри, самое главное, очень быстро-быстро мешать. Потому что тут кипяток, она должна завариться. Высыпаешь. Лучше, если мука просеянная. И сколько примерно муки? Ну, чтобы тесто густое стало. Сейчас мы это все перемешаем. Можно миксером мешать. Дальше, может быть, мы миксером будем перемешивать. Я обычно сразу выкладываю на силикон и вымешиваю. Ну, вот видишь, оно немножечко. Все, теперь я сейчас добавлю чуть-чуть муки. И... держи, на ту сторону иди и взбивай. Немножко помедленнее, не так быстро ее. Да, вот так помедленнее, чтобы она хорошо перемешивалась. Масло чуть-чуть. Сейчас я силикон расстелю, присыпем его мукой, и все. Можно будет доставать тесто. Тесто сейчас уже не сильно горячее, поэтому его хорошо будет вымешивать. Сейчас я его вытащу, и ты потом будешь его вымешивать, да, дочь? Теперь собираем в тесто. Немножко тесто собираем. Смотри. Ты его вдавливаешь, растягиваешь, поворачиваешь, растягиваешь. Оно так немножко берет всегда сюда тесто. Ой, муку. Видишь, она чуть-чуть муки взяла, и оно не забивается. Ты как бы чуть-чуть его всегда. Видишь? Тягивай, смотри. Поняла? В другую сторону наклоняешь. Смотри, ты от себя заворачиваешь. Надо на себя завернуть и вот так прокатить. Вот. Хорошо. Чувствуешь, какое оно тепленькое, мягенькое становится. Тесто любит руки. Старайся не вдавливать. Когда сильно вдавливаешь, ты забиваешь тесто мукой. Надо посмотреть уже, что там с ним. Оно еще мягкое. Я делаю по два раза. Сможешь теперь? Вот сейчас оно немножечко уже взяло. Раз, два. Поворачиваешь. Раз, два. Ты когда поворачиваешь, ты чувствуешь, опа, или оно вот таким вот этим, или оно гладенькое. Видишь, оно сейчас как рыхлое, оно не вымешанное. Видишь? Поэтому вымешиваем до тех пор, пока оно не будет такое гладкое и эластичное. Сейчас ты поворачиваешь, видишь, оно как пористое такое. Поэтому будем вымешивать до тех пор, пока оно не будет гладеньким, а потом оставим его на полчаса, и оно будет еще, ну, клейковина будет лучше, разойдется и будет хорошее тесто. Дальше протягивай, прям не бойся, да. Раз. Нет, смотри. Смотри, раз. Поднимаешь, чуть-чуть наклоняешь, два. Раз. Поднимаешь, соединяешь, два. Поняла как? Раз.
Только немедленно, а это я быстро делаю. Сейчас тебе еще кусочек муки, потому что она еще. Молодец, правильно. Теперь у тебя хорошо получается. Раз, два. Раз, складываем и второй раз. Раз, два. Попробуй показать, как ты второй раз как бы складываешь. Так же медленно. Добавляем муки. Молодец, правильно. Уже чувствуется, что тесто стало очень-очень эластичное такое. Значит, оно очень хорошо вымесилось. Молодец, правильно сделала все. Умничка, прям такое тесто хорошее у тебя получилось. Посмотри, прям хорошее тесто. Все. И теперь пленочкой накроем. Мы можем оставить его, это оно не подходит, это тесто. Ему подходить не надо, поэтому можно его просто даже оставить вот в силиконе. На 30 минут. Сколько есть? 30-40, ну 20-30 минут хватит. Все. Как раз успеешь сбегать искупаться. У нас полчасика уже прошло. Тесто наше уже постояло. Полчасика. Сейчас немножечко его еще обмять. Такое хорошее тесто. Посмотрите, какое, ой, какое хорошее, мягкое. Так, все. Чебурек или что? Да. А селедка? Варить картошку надо. Тонко сильно не надо, потому что это самое. Ну, я не знаю, вот так вот. Раз, два, три. Ну вот и все. А дальше ты знаешь, как сейчас я сделаю еще, приготовлю фарш и будем делать дальше. Фарш у нас тоже уже готов. Так, давай я их сейчас быстро все в муку обмакаю. Потом будем раскатывать. Ты пока скалку... А, скалка есть. Ну все, сейчас сделаем, будем жарить. Вилка есть. Юлечка, ты масло еще поставь уже в сковородку с маслом. А я пока начну уже раскатывать быстренько. Так, ну все, мне, наверное, хватит. Сейчас я его... обрежу, положу на досочку, чтобы мой силикон не порезался. Немножечко поправлю. Так, теперь берем тарелочку и все это быстренько обрезаем лишнее, чтобы были ровненькие и аккуратненькие. Вот такой красивенький кружочек у меня получается. Все, сейчас будем ложить туда фаршик. И можно жарить. Первый будет готовый. Много не надо, потом если что еще положишь. Смотри, чтобы тут на краях осталось место, чтобы залеплять. Теперь воздух выпускаешь. Все, немножко залепишь, потом вилкой. Можно сразу вилкой? Ну, и вилка. С мясом. Один, все. Никогда не забываю немножко муки. Чуть-чуть. Видишь, муки нету, поэтому она прилипает. Прям чуть-чуточку. Да. Стой, а то она вот тут пощупай, если вот эта часть толще, да? Поэтому тебе надо было с двух сторон ее сначала.
Ты вот так вот рукой ты всегда прощупывай. Вот тут вот толсто. Видишь, вот тут вот тоненько, а вот эти вот раскатывай. Прижимай хорошо. Подожди. Чтобы потом не яйца, а я их сначала вот так проверяю, чтобы оно не прилипло сильно, да? Ну все, хватит. Сай, воздух сначала, воздух. Если не раздавливай их, они прям это самое. Прям надавливай хорошо. Потом пальцем сначала, чтобы ты чувствовала тесто. Ну, а теперь вилочка. Молодец! Сейчас я возьму. Посмотрите, какая красота у нас получается. Вот такая красивая. Давай теперь ты будешь делать, а я пойду уже жарить. Смотри, Юль, я сначала вот так проверяю масло, чтобы было разогретое. И все, и потом опускаю сюда вот наши чебуречки, нашу вкусняшечку. Пускай жарятся они у нас. Вот такая вкусняшка у нас сегодня будет. Ой, какие румяные, аппетитные, как солнышко. Вкуснота. Дорогие друзья, вот такая вкуснота и красота у нас получилась. Спасибо всем, кто был вместе с нами. Мы вам желаем отличного настроения, хорошего дня, ну а нам приятного аппетита. Всем пока и до новых встреч. Ну и, конечно, не забывайте ставить лайки и подписываться на наш канал.